И я готов объявить вам тему второго раунда. Это деловой стиль. Діловий стиль передбачає стриманість і консерватизм. Діловий лук обмежується відтінками сірого, чорного, синього та оливкового кольорів. Якщо ділова жінка обирає брюки, то простого крою. Якщо спідницю, то довжиною до коліна. Ну а взуття виключно класичне на невисоких підборах. Також важливі умови ділового образу – це матові колготи тілесного кольору, довгий рукав та зібране волосся. У Голлівуді іконою ділового стилю вважають Шерон Стоун. Боги фэшна, что происходит? Впервые за историю нашей программы после первого дефиле осталось 5 девушек. Страсти накаляются. Девочки, когда вы стояли наверху и поняли, что никто не улетает, какая была ваша первая реакция? Мне бы было обидно, например. Ну, я сразу подумала, затишье перед бурей. Ну, я думаю, ты не переживала, куда? Все пайетки на месте. Сисечки, губочки, ноженьки, все как надо же было. Знаешь, мне кажется, я влюблена. В меня? Нет, после этого выхода я влюбилась в одного из членов жюри. Так, он мой, Сергей Зверев мой. А это? Ой, что сказать, я надеюсь, следующий выход у нас будет все-таки разный. Выходите хотя... вдвоем. Я думаю, нужно нам создать вообще свою группу. Мы пойдем в бизнес. Ага. Большой бизнес, петь мы не будем больше. Все, затюкали меня. Удачи, девочки. Оля, нам всем было видно, что ты была готова лететь по сцену. Именно тебе, я думаю, дали второй шанс. Может быть, и мне, просто у меня вышел форс-мажор, но я платье не доехала. Ну а почему ты думаешь, что жюри дали тебе второй шанс? Ну потому что я лучше. Ой, ну скромненько. Можешь не скупиться, мы если что запикаем. Мне интересно твое мнение, твое впечатление после комментариев жюри. Пускай Зверев сказал, может показаться, что немного в грубой форме. Нет, показаться, я крестилась, понимаешь? Я держала себе в руках, чтобы не выбежать и не начать заступаться за тебя. Ведь комментарии разделились на плохой от Зверева и на позитивный от Полины. Ой, Полина тебя поддержала, как мать троих детей, поверь мне. Встречайте, самые стильные среди деловых и самые деловые среди стильных. Наши участницы. Вероника Кощи, Айтен Наврузова, Ольга Шишлакова, Екатерина Шефер и Елена Богданова. Это деловой стиль. Что ж, уважаемый жюри, сейчас вам предстоит решить, кого бы вы допустили на бизнес-переговоры, ну а кто бы пригодился просто, чтобы потрогать вашу кофемашину. Ой, а нельзя Веронику вот сюда поставить? Можно, конечно же. Теперь поцеловать руку надо, что? Ой, костюм очень хороший, кстати, очень удобный для работы, для офиса. Единственное, что это, наверное, скорее всего, не ваш размер. Вот если бы это было бы вот так собрать? Вот так вот. Так. И собрать. Смотрите как. Подобрать. Чуть-чуть короче рукавчик. Вырез очень хороший, грамотный. И, кстати, вот там Сережа, маечка а хорошая. Маечка вас не смущает? Сергей Зверев. Декольте. Урок мастерства. В плане выреза. Я же его не оголила, как наши некоторые участницы.
Я хотел бы сказать, что деловой стиль — это любимый стиль Полины Нэни, потому что она была помощником министра чрезвычайных ситуаций и имеет отношение к депутатской деятельности. И она отлично разбирается в том, как нужно совмещать вещи, если мы говорим о деловом стиле. Что же успела, смогла и получилось ли у нашей второй участницы Айтен? Давайте продолжим обсуждение. Вы получились, как вот любят говорить мои коллеги, из немецкого известного многим мужчинам кино. Юбка-резинка нет, без чулок короткая юбка нет, серые ботильоны с открытыми пальцами грубые нет. Говорите не нет, nine. Nine. Оля, что касается вашего выбора и вашего лука, мы можем принять во внимание, что даже шорты можно надевать там в какой-то определенный офис, если прикрыть это все вот этим вот чудесным, что там у вас, пальто? Это халат дерматокосметолога. Вероятнее всего, да. Просуньте руки, пожалуйста, вот наденьте его целиком, не накидывайте так вот фривольно. Тут медсестра и медсестра. Причем приблизительно из того же фильма. Вторая серия продолжается. Сергей, как вам нравится деловой стиль нашей следующей участницы Екатерины? Я люблю клёши, например. Может быть, пиджак вот все-таки еще на размерчик меньше. Во всяком случае, меня тут ничего не бесит. Очень хорошо выглядит. Спасибо. Бесит ли этот наряд других членов жюри? Несмотря на то, что в комплекте присутствуют и брюки, и пиджак, да, там формальные какие-то вещи, я бы сказал, что это прекрасный костюм и хорошая альтернатива, предположим, коктейльному платью, какому-то коктейльному выходу. Я бы убрал эту сумку, совершенно неуместную здесь. Мне не очень нравится вот это цветовое попадание, неоновое. Это, опять-таки, не имеет отношения ни к каким-то деловым моментам. Я не могу сказать, что это супер как-то трендово и оригинально выглядит. У вас потрясающий костюм, вы отлично в нем выглядите, вам нужно его просто правильно носить. Стилист Елена, как вам ее выбор? Она меня не разочаровала, это уже радует. Я сейчас для остальных буду пример показывать, рассказывать. На Лене черный пиджак. То, что, в принципе, деловой дресс-код, конечно же, предполагает минимальное количество аксессуаров, что тоже очень правильно. Лену хвалю и по поводу всех хочу подрезюмировать. У Вероники большая ошибка по поводу обуви. Даже высокий каблук допускается, но платформа выглядит некрасиво и, конечно, чуть-чуть глубокое декольте. Айтен, вы понимаете, что не попадание, кроме очков ваших красивых, симпатичных. Ольга, большая ошибка была ваша выбрать шорты на задание. Деловой стиль. Катя, ты молодец, но я тоже считаю, что этот образ больше подошел для вечернего выхода. Все было бы идеально, если бы ты взяла маленький клатч, мы бы тебе поставили 5 баллов за коктейльный выход. Несмотря на то, что задание «Деловой стиль» достаточно строгое, тем не менее нашему жюри представляется, что это пока что многосерийный немецкий фильм, в котором есть медсестра, секретарша и неоновая дискотека. Это были наши участницы. Они готовятся к модному падению. Я хотел бы напомнить, что жюри оставило всех 5 после первого задания, и теперь вам предстоит выбрать 2 претенденток на вылет. Решайте. Начнем с Вероники. Она у нас была первая. Костюм реально классный, но проблема Вероники в том, что у нее большая грудь для него. Это костюмы для очень худых, плоских девочек. Когда вот они висят на плечах, а дальше потом так вот хоп, и ничего нет. Что касается Лены, меня просто она сразила. Я так ее давно ждал. Это ее 4 волоса невероятных. Просто это эталон красоты. Я вам могу сказать, что я буду Лену отстаивать до последнего, потому что наша программа называется не «Сиси и мисс Бикини», а у нас «Икона стиля». Что касается Ольги, эти шорты у нее имеют место быть в гардеробе, но здесь они просто не в теме вообще. Вообще этот лук не сюда. Сделала единственное, что правильно. Она одела колготы, одела правильные офисные туфли, лаковые, на невысоком каблуке, допустимые. Она молодец в этом плане. Все остальное вот преступление, пальто, в принципе, преступление против моды. Ну, Айтен. Хорошо, да, Айтен. Ну, ни о чем. Ну, куда? Мини-юбка эта дохлая, ну, какая-то, да, причем блуза. Она знает, какие мы строгие судьи. Она, наверное, понадеялась, я не знаю, на что. На очки. Она подумала, что если я надела очки, значит, я типа супер умная, знаешь, как это вот все теперь думают, что я минимум академик. Ну, у Шефер мне понравился этот, в общем-то, костюм, но нам нужно сейчас, в общем, принять такое важное решение. Все-таки нужно отсеять сразу 2 героинь. И я думаю, что мы решили, кто это будет. Никогда не прощает ошибок только наше строгое жюри и «Тетрис» на 9 скорости. Так кто же из участниц не справился со своим заданием?
кто не смог убедить наше строгое, но компетентное жюри в своих деловых качествах. Самый непредсказуемый модный проект страны «Икона стиля» покидают сразу две участницы. Ими становятся... Это Ольга и Айтен. У меня сердце просто замерло. Буквально в секунду я не дышала. Потом этот ужасный скачок вниз. Врата ада. Все, я вне фэшена теперь. Моя дорогая. Я зашла, вижу, что сестры нет. Говорю, это хорошо, где моя сестра? Даже наш двойной гардероб не помог из-за коротеньких шортиков, наверное, все-таки. Надо скромнее, Оля. А мне кажется, что икона стиля должна стать именно Лена, потому что у Лены какое-то своеобразное чувство вкуса стиля, и она попадает в точку.